Всем привет, и сегодня на обзоре у меня микрофонная радиосистема, и вот ее упаковка, помимо пакета, в котором она приехала из Китая. И внутри этого чехла нас встречают комплектующие, а именно передатчик с 3,5-мм джеком, приемник с микрофоном на метровом проводе, кабель для зарядки USB на 2 микро-USB, прищепка, кабель с разъемом для подключения системы к телефону и еще один для подключения к компьютеру. Еще одна ветрозащита и переходник с 3,5 на 7,5 мм. Ну и, конечно же, инструкция. Ну а теперь давайте все подключим и посмотрим, как эта система работает. Итак, первым делом подключаем ее к телефону. Вставляем передатчик в разъем микрофона на проводе. Этот провод вставляем в телефон. Включаем переключатель на приемники и на передатчики. И это все, система подключена. Нажимаем запись на телефоне, и сейчас вы услышите звук с этой системы без каких-либо обработок. Так, ну и сейчас вы слышите звук с этого микрофона, пишет он через телефон. Так, я нахожусь тут совсем близко, можем сейчас попробовать отойти, как он будет улавливать сигнал. Сейчас, секунду. Так, я отхожу дальше, расстояние где-то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, здесь у меня открытое пространство, никаких комнат. Стенок ничего нету. Так вот он пишет. Расстояние до микрофона где-то 10 сантиметров. Ну, в общем, это звук с телефона. Как он пишет на телефон. Теперь подключим систему к камере. Включаем приемник и подключаем его к разъему напрямую. Включаем передатчик, и вот уже звук с камеры. Теперь звук у нас пишется на петельку. Так, сейчас я прицеплю на одежду. Так, где-то 10 сантиметров. Вот так вот пишется звук. Вот, сейчас я отойду подальше. Так вот, пишется где-то на расстоянии 2, 3, 4, 5. Вот, опять на том же пространстве, где нет никаких преград. Площадь свободная, открытая. И вот так вот он пишет. Тоже микрофон на расстоянии где-то 10 сантиметров. Прицеплен на одежду. Такое вот качество записи. Ну и осталось протестировать запись на компьютер. Итак, все подключаем, выставляем в программе нашу систему, нажимаем запись, и вот он звук. Так, теперь запись идет в этот микрофон. Можно слышать, как он пишет. Сейчас я его прицеплю на футболку, выйду с комнаты. Так. Вот сейчас я отошел где-то метр, но тут уже стены. Метров 5 сейчас звук пишет, но еще через стену. Вот я ушел в другую комнату, как слышно? Одну комнату. Как запись слышно? Теперь здесь где-то две стены. Вот он пишет, микрофон где-то на 10 сантиметров от рта расположен. В общем, как-то так, можете слышать. И в общем, если подытожить, то видно, что микрофон очень чувствительный и пишет с большим количеством шумов. Лучше всего он работает с телефоном, там и шумов меньше, и звук поприятнее. Конечно, шумы можно убрать и звук обработать, и если учесть стоимость этой системы, то в принципе работает она очень неплохо, потому что хороший конкурент этой системе стоит как минимум в 4 раза дороже. Но здесь вы получаете бюджетный вариант, но придется поиграться на посте. Это был обзор и тест системы Kaimofan, и скоро увидимся.